Вот такой урожай клубники мы собираем каждый вечер. Хватает, конечно, только полакомиться. И то наслаждение неполноценное, потому что, видите, да, какую приходится собирать. Ну, как бы, можно было бы еще поспилить ее на грядочке. Но, к сожалению, если мы ее не съедим вот такую, ее съест кто-нибудь до нас. Потому что несколько ночей было так, что мы оставляли ее спилиться, а утром просыпались, подходили к грядке, а клубники либо нету совсем, либо есть, но она уже наполовину съедена. Вот так вот. Так что радуемся тому, что есть. Всем привет! Снова мы потерялись надолго. Заболели мы с Тарасиком. Поэтому настроение не важнецкое, да, Тарасочка? Да. Значит, я тянула и фотографию, и машинку. Машинисты наш. Настроение не важнецкое. Да. Два дня лежали просто в лёжку. Да. Особо ничего не делаем. Сил нет, слабость. Но сегодня... Не хочешь, что мне положим ты? Но сегодня вот вышли на улицу, сегодня жара у нас. Давайте немножко пройдемся по огороду, покажем наши новости. Давай посмотрим, давайте с клубнички начнем. Ролик начался с клубники. Немножко мы нашли выход из положения. Бабули наши вот так вот разложили книжные листы под, ну, под кустики, под ягодки, чтобы они шуршали. Ну, а я, в общем, конфетными фантиками спасаюсь. Вот такую вот растяжку сделала по всем грядкам. И когда ветер, это все шуршит у нас. И поэтому, конечно, с урожаем сейчас у нас стало получше. Все шуршит везде. Букашек всех этих спугивает. Поэтому мы сейчас спилим уже ягодку до конца. Да, Тарасик? Кирочка у нас в садике, а мы на хозяйстве дома. Пойдем дальше посмотрим. Ну, сегодня солнышко, сегодня много ягодок дойдет. Горох у нас уже отцветает и набирает, ну и как бы формируется. Здесь они тоже, вот уже, видите, пошло формирование. Морковочка, укроп, петрушка. Укроп с петрушкой уже посушили даже на зиму. Не очень любим замораживать сразу, да? Кто-то явно будет писать о том, что можно заморозку делать. Мы не любим заморозку. Вот сейчас ветерок подул, и вся фольга зашуршала. О, я не могу, ты еще купишь. Не знаешь, как перешагнуть? Так, здесь у нас персики, у которых листочки скручивались. Вот такие сейчас на них плоды. Дерево, которое у нас было с черешней, мы уже всю съели. Там не так много и было, конечно. Но оно было очень вкусное. Вот хочу косточки посадить. Здесь у нас дыньки сидят. Малина зацвела тоже. Вот тут вот горошек. Банки, чтобы птичек отпугивать. Кто-то спрашивал, зачем банки железные. Покажи барабан свой громкий. Ух ты! Барабанчик. Давайте к маме в парнички заглянем. Теплица. Здесь, по-моему, еще только цветут они, нету плодиков еще. Помидорок, да? Да. Хотя, по-моему, где-то я видела один вчера.
Ну? Ну куда, куда пробираешься? Мамин хвостик. Но сейчас я его, наверное, не найду. Ну зайди, посмотри. Можно. Еще мама несколько помидорок досадила. Покажу вам потом, где. Ты хочешь мой дом? Это твой дом? Да. Теремок? Да. Мама, иди в мой дом. Сейчас приду. Тут у нас перцы. Идешь. Пустите меня к себе жить. Да. А ты там есть. В теремочек. Здесь у нас капусточка разная. Смотрите, брокколи сейчас покажу вам. Уже какая. Понюхай цветы. А ты понюхай тоже. И я тоже. Вкусно пахнет? Ароматно? Да. Понюхай. Да. А, пахнет вкусно. Мама не чувствует. А я чувствую. А ты чувствуешь? Да. Здесь тоже, смотрите, по-моему, это пекинская у нас капуста. Вон какая. Ой, какой аромат из парничка идет. Помидорный. Ну-ка, давай покажи. Смотри, куда ты согнул. Здесь тоже морковка взошла. Сколько, наверное, неделя или полторы назад бабушка ее подсаживала здесь. Салатик такой. Большенький. В общем, вот такие вот у нас новости огородные. Знаешь, какой? Какой? Ох, какой. Не могу не показать петуньи. Вот самые такие пышные. Два кустика. Здесь две штуки их всего. Это же все начинает зацветать. Вот этот вот начинает зацветать. И там вдоль. Пришел, кстати, нам тент. На бассейн заказывала я. И вот здесь тоже набирает цвет. Здесь у меня тоже два кустика. И вот помидорки мама еще три штучки здесь досадила. Так, хоть чтобы немножко на них тенечек падал. Здесь две штучки. И здесь еще две штучки. Ой, в тенечек зашла сразу так хорошо. Нам все дожди обещали. И так и не было толком никаких дождей. Как-то все стороной нас обходило. Рыбку ловить? Давай я тебе спущу рыбку. Будешь ловить? Ловись, рыбка большая и маленькая, да? У меня большая поймалась. Ох, какая. Желтая твоя любимая, да? Да. Ведерко дать? Да. Для улова, да? Дима лавочку сколотил нам. Табуреточку сделал. Вот такие на улице сидеть в беседке. Решили, что переносные очень даже удобно будет.
Вьюнки уже наши вокруг беседки начинают виться. С одной стороны здесь у нас вьющаяся фасоль, вот 4 штучки посажены. А с другой стороны вьюн. И еще нужно досадить. Какой быстро, конечно, они. Папа с бабушкой там делают сушилку для белья. Натягивают веревку, чтобы на улице сейчас можно было сушить, потому что дома прохладно, белье сохнет плохо, а на улице жарко. А мы с Тарасом сегодня планируем пиццей угостить всех домочадцев. Сейчас к обеду, наверное, пойдем стряпать. А здесь у меня зацвела моя тоже петунья. Две ее сидит здесь в ящике. Вот один цветочек вот такой. И еще набирает цвет. И это, наверное, скоро уже тоже будет. Сегодня будем, наверное, подкармливать наши цветочки. Сейчас 2 дня жара. Будет все равно стоять, надо поливать. Здесь тоже вчера начала полоть. Все же зарастает мгновенно. Ну вот то, что получилось. А дальше уже Тарасик не дал мне доделать, потому что без Киры он один у нас не хочет заниматься. Видите, мама и мама. Давай, смотрю на тебя, молодой человек. Молодцом. Это мне букет, мое семейство принесли. Мы не красиво светились? Красиво, конечно, светились. Давай, на старт, внимание, марш. Молодец. Жду, когда роза начнет распускаться. Ух ты, а там-то одна распустилась уже, а я ее даже и не видела. Сейчас я потихонечку проберусь. Ну, пройдет, сыночек, губка. Смотрите. Ух ты, классно. Одна роза распустилась у нас. Остальные на подходе. Смотри, бабуль, роза-то распустилась у нас, а ее и не видно в листах. Да, смотри. Видишь? Розовая, ну. Она чайная роза называется. Не знаю. Наверное. Красиво. Красиво. Большие пиццы сготовили мы с Тарасом. Потому что семья большая. Надо, чтобы всем хватило. Сейчас будем уже ужинать. И на полив вечерний пойдем.